Перед началом этого ролика убедись, что ты подписан на канал Михакера, колокольчик включен для получения оповещений, ну и лайк можно поставить заранее. Приятного просмотра! Всем привет, друзья! Этот квест, который мы сегодня будем вам показывать, я записал не с самого начала. Дело в том, что один из нас умер и попал на паром, который находится между мирами, и оказалось, что там активировалась новая история. Раньше она была недоступна, но теперь мы смогли ее, собственно, взять. И я забыл начать запись на этом моменте. Нам пришлось всем умереть, чтобы начать это задание. Этот квест является продолжением предыдущего квеста про влюбленных Розу и Георга, который мы проходили в прошлой серии. Вы можете ее посмотреть, если не видели. Так вот, паромщик на этом призрачном корабле сказал, что нам нужно найти души других умерших, и они приведут нас к последнему камню для рассекателя завесы. И чтобы связаться с этими душами, мы должны найти его могилу на одном из островов и найти там артефакт. Подплывая к этому острову, я и начал записывать видео, так что желаю вам приятного просмотра, надеюсь, вам понравится, жду ваших лайков. Тормози! Не-не-не-не-не! Гарпун, гарпун, гарпун! Бля, ну водила, конечно! Да... Гарпун дернуть! Да ни хера бы не помогло, ты... Я буду... Ты убедился гарпуном? Да, 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 большой... У нас нету дыр? Большой корабль, ага, конечно, нет. Развернули бы. У нас нету ой, дыр. Ой, да что ты ноешь, кроме Данила. Нифига тут музыка. Как будто тут русские живут. Идем на самый высокий... Идем на самый высокий пик, пацаны. Миша несет что-то или... Пуру-пуру. Да, вот место его упокоения. Миша, что ты такой счастливый несешь, что-то припрыгнешь? А, нормально Миша что несет. Миша же нашел, к нам отправился. Миша! Такой... Я надеюсь, он погиб? Нет. Здесь копать надо, куда вы пошли? Вот здесь. Нет, Данил, под пиком. Здесь. Вот пик. Здесь место, видишь его? Видишь его? Я копаю. О, нашел. Могила! Да. Да ладно. Саркофаг паромщика. Гроб! Чем каким-то карликом, блядь? Копай. Пацаны, отстреливайся, Миша, мы выкопаем пока. Okay. Ай! Что? Да бьют, бьют, копай! Миша, ты чем занимаешься? Стреляю. Копай! У меня патроны закончились. Да позже ты стреляешь. Это разграбление гробниц, блин. Че, это он долго копается? Лары Крофт, блин. Миша, нам тебе больше не помешало. Миша, реально, типа, так, смотри, выкопали же уже. А, вот, все, открывай. Зачарованный фонарь взял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фонарь! Следы появились, о, смотрите. Реально. О! Это его офигеть. Душа. А это следы призрака. Это кто? Это он, это он был. Привет! Привет, братанчик, а что ты бухаешь? Это он яд выпил, он яд же выпил. На ветви. И что дальше нам теперь? А теперь нам надо искать других. Вот, вот, пацаны, вот тех вот нам надо найти. А, теперь надо на тот остров, который указан там. Четненько. Все, так, нам нужен остров под названием... Я думал, ты зацепишься, Антон. Верный старик. Может быть, старый это служака имеется типа. В виду? Стревище есть старый он служака. Отдалённый нет, южный берег. Он недалеко, кстати, отсюда. Он на СВ. Ну давай зайдем. Бля, неужели перевод ебаный? Разработчики, обращайтесь к Михакеру, я вам такой перевод забабахаю. За маленькие деньги. Курс какой, Миша? СВ. Мы к Ангеру, как... А не Гер или Днигер? Как он, как его имя читается? Как ты сказал последнее слово? Днигер. Это ты слово «дно» совместил со словом «нигер»? Это двойное оскорбление? Я прочитал, что написано в книге. Днигер там написано. Я бы на месте... Дингер там написано. Европейского парламента и американских властей тебя бы не пустил на... Я бы на их месте казнил бы тебя. Дингер. Дингер, блядь. А, слушай, реально, а может... Нет, это Дингер, это Дингер. Ну, как вторая буква, может быть, буква И, объясни мне. Ну, берешь шрифт ебаный и все. Я говорю, как кручинаш считаешь старых молитв. Вот смотри, там написано море шерится. Ну Миша просто из этих времен ему легко. Это старокириллическое. А, да, да, Миша. Шрифт, короче. В школе изучил, да? Да. Меня Кирилл и Мефодий обучали. Вон, смотри, тропинка. Нам на южный берег надо. Налево, налево, Антон, налево.
Данил. Попал. О, Данил попал, ничего себе, Данил. Вот, да, как говорится, раз в год и пушка стреляет. Больше не буду. Палка стреляет. Ну, Данила, пушка раз в год стреляет. Можете меня направлять, я ни хера не вижу. Левей, сильно левей. Я вижу это, вижу. Все, тут тормозим. Да, тормози. Давай, выравнивай штурвал. Нормально, ровно. Все, погнали, пацаны. Колесер мне в бухту. Охренеть. Я специально туда прицелился. Красавчик. Блин, и сам не лучше улетел. Блин. И да, Антон тоже. Музыка, пацаны, появилась. О, хряк. Сало, Антон. Сало, видай, сало. Пацаны, сало. Врубил фонарь? Да счастье. Тут покончить его нет. А мы на южном острове? Нет, там надо наверх. Я видел там тропинку, пацаны. Нам наверх. На южном берегу сказано. Вот, идите сюда, идите, пацаны. О, следы. Смотри. Вот, видите, хорошо, идем. О, подожди, а тут... Ага, они вот так вот, налево. Так. Вниз иди, они же исчезают. Да, вот. О, так. Вот сундук. Он, карта, смотри. А-а-а, ой. Нашел ключ? Да. Теперь нужно найти его сундук. А что она ничего не написала? Маленький остров. Картографы из скелетов, конечно. Кого нашел? Я нашел баг, мне нужна помощь. Кого? Баг? Нашел сраный, да. Бан нахрен. Он смеется и жрет этот банан. Ты слышал это? А, какой баг, ты застрял? Да, я не могу вылезти, как мне убить? Да, какая-то большая скала. О, смотри, реально, Херакс. Так, какая-то скала. Подожди, да, Данил, где ты? Подожди, Данил надо найти, он, блядь, застрял. Ты стрельнул? Да. Данил. Давай, я ключ заберу, ты... Бля, мешки забери, я упал. А я не могу почему-то. Да ладно. У меня фонарь в руке. Я не могу ключ подобрать. Я тоже не могу. Серьезно? А, я подобрал, да. Не могу взять. Ебануться, ноги гнутся. А ну сверху залезь, Миша. Ну-ка давай, попробуй. Только не заскатись ко мне. Хорошо. Погоди, я с другой стороны от чистокола попробую. Данил, еще раз стрельни. Жестко, да он тут справа от этого входа, Антон. Да, я упал вниз, не буквы. Ну-ка попробуй, Данил. Блин. Где, да. Стой, во, могу, стой. Не прыгай. Протяни, в другую, чуть, во. Стой. Блядь. Забирай, ключ. Она... На. Не зажимается. А вон и душа, душу копают сзади, Миша. Серьезно? Да ладно. Да, сзади тебя душу копали. Да ладно. Я не могу, потому что он пролагивает и не это. Не прыгай, Данил, не прыгай. Может, у Антона забрать? Я не могу забрать, Вол, подожди. Погоди, вытяни сюда, вытяни. Бля. Данил, давай попробуешь открыть. О, притащи его сюда, Антон, слышишь? Кстати, да. Притащи его за чистокол с другой стороны. Я его открою. Не, возможно, я залез. И чё, Миш? Сейчас я Данилу скину сундук. О, Данил, здорово. Открывай его, или так не получится. Не дёргайся. Давай. Открывай. Блядь. Антон, ищи, короче, этот бочку. Чё мне бочку искать? Вы дебилы, пацаны. Освобождай душу. Освобождай, дайте я послушаю и пойду бочку. А нам еще одна нужна? Нет, все, три, да, получается? Да, три. А что, он ничего не говорит? Сейчас должен сказать. А, вот. Свобода! Наконец-то! Я у вас в долгу! А теперь я хочу убраться из этого проклятого места. Нам бы теперь как-нибудь убраться из этого проклятого места. Пацаны, ну короче, пока. Спасибо, что выполнили в задании. Наши души будут вечно... Нам как раз надо вернуть все, я ищу. Нужно, давай. Да. Данил, я танцую, ты меня не видишь, да? Пацаны, я нашел бочку. О, Антон, давай здесь бочку. Давай, Антон. Скажите, какие? Он здесь триггер. А ты, Антон, залезь к нам, да. Он залезет, и мы все втроем умрем. Запрыгни сразу, да. Мы убьем двух зайцев одним ударом. Ты попадаешь в него вообще? Давай, запрыгивай только. Давай, запрыгивай. На камень.
Блин, только не умри, Антон. Пацаны! Опа, не умри там, Антон. Здорово. Привет, Антон. Здорово. Никогда не рад был так бочке. Ебой. Мы выбрались отсюда. Ребят, красавчики, теперь мы берем следующий квест. Ой, Миш, скелет, Миш, ты скелет. О, души, души стоят. Вы входили в экипаж. Паромщик, вы вернулся, сказали, пойдемте к паромщику, пацаны. Вы смогли вернуться в мой фонарик. И освободить души, но ваша судьба все еще связана с утренней звездой. И с экипажем, и с самим кораблем. Ага. Миш, ты скелет, мне страшно. А ну, Миш, сядь. Все эти проклятия создал коварный и могущественный повелитель скелетов по прозвищу Серая Кость. Он хочет сам владеть золотыми берегами. Рухта, или как ее звали, тоже говорила про него. Он пленяет души тех, кто осмеливается восстать против него. Они не могут зайти на паром, чтобы вернуться и отомстить. Если хотите найти Серую Кость, поговорите с корабелом. Форпоста Стальной Зуб. Он знает, она знает, где найти утреннюю звезду. И еще у нее есть собственные тайны. Поняли? Какой? Стальной Зуб. О, это даже квест был, и все? Да, да, у него продолжение есть, нам нужно на Стальной Зуб. Давайте, идемте на Стальной Зуб. Красавчики, выполнили задание. Ребята, вы считали, сколько мы уже заработали? На Ютубе? На Ютубе, Миш, миллиарды, а в игре... Итак. О, флаг новый получен. Ой, пойду поставлю. Реально. Флаг утренней звезды этого корабля, лол. Ну, красавчик, вообще просто лучше, пойдемте. Ебой. А что нам надо сделать, пацаны? И нам корабельчику нужно получить мне задание на звезду. Сандра? Сандра? По-моему, не Сандра была. А вот, нашел. Сандра. Поставил. А, голосуем. Сандра. За Сандра, давай. Возмездие утренней звезды. Сейчас мы будем мстить тому капитану. Антон, музыка прикольная. Зачем вам эта старая книга? Поверьте, тот корабль слишком давно валяется на берегу. На нем не осталось ничего ценного. Только развалившийся остов, полусгнившие снасти и нарушенные клятвы. Мне удалось раздобыть лишь последнее сообщение капитана. В нем говорится, что уцелел только один человек, но и того давно никто не видел. Постойте, я вас знаю. Ходят слухи, вы ищете золотые берега. Как ребята с утренней звезды. Это которые Юрий Николаев вел на Первом канале. Вы опоздали. Серая Кость давно уже настиг утреннюю звезду и забрал с корабля фрагмент рассекателя завесы. И даже если вы отыщете этого скелета, по своей воле он с такой ценностью не расстанется. Впрочем, книгу, если хотите, можете забрать. Если собираетесь сразиться с Серой Костью, помните, это не простой скелет. Он способен на любую подлость, и у него много сообщников. Я рассказала вам все, что могла. А прислушаетесь ли вы к моим советам или нет, ваше дело. А теперь уходите, дайте мне достроить корабль. Хера себе, она в одиночку корабль строит. Вот. Нормально. Это журнал получили. Че мы, пришли или не пришли? Да, пришли. А, ребят, дырка, мы якорь. Пришли на остров. Нет, еще. А где здесь корабль? Под водой. А, это то место, где кусты, помните? Да, это человек, да, да. На скелет, это похоже. Это а вон и корабль. Где? Люк разбитый. Так это не тот Данил. А, опять показалось. Погнали! Ах ты сучка! Я забыл про это. Ничего, пацаны. В смысле, так нам сказали сюда плыть? Да. Тут путь вообще капец, ничего нет. Миша! Кто на корабле? А вот. О! Кто? А кто на корабле? Не знаю никого. А как он сам затормозил? А, ну вот, да. вот, нашел, вот, нашел корабль. Где? Слышь, долбоящий, расстоять. Где? Корабль нашли затопленный. Что на нем найти нужно? Там что-то светится. Уже мой корабль, дневники искать. Я не дочитал, вторую страницу даже не читал. Вон, а Morning Star. Вот, я что-то... Рассекатель! На носу. А, это судовый журнал. Страницы к байке. Так, что там такое? О, что-то светится, Данил. Что это? Еще добавлены. Данил, ты зачем популяцию истребляешь? Между пальмой и утесом.
На западном побережье. Пойду, пойду посмотрю еще на корабле, может что-то еще есть. О, нашел. Да блеванул. О, нашел? Нашел, да. А, вот же утес вот по... О, почти, это не запад, я нашел. А че мне так... Да, бля. Стабил, сука. Ты че, набухался, что ли? Нет, я съел окулятину готовую. Эй, эй, куда? Приготовленную, вернее, а, да. Надо? Взял он? А, он не нужен. Забирай. А что там было? Вы взяли? Что там было? А, ну, нам дали. Записки, вот, в дневник? Возмездие, да, нам дали, а, новую, да, страницу. Привет, Илай. В сундуках с обмундированием появилась форма экипажа. Вау, шрифт почти разжал. О, ёпта, что за хрень? Привет, чего, Илай, чего? Я получил оплату, большое спасибо. Ох, если ты ж мать твою. Ребят... Понадобится узнать что-то про скелетов, не сомневайся. В таверне на заповедном форпосте, погнали. А, и нужно форму одеть, ребята, одевайте форму. Кстати, да, переодеться нужно. Иди, какую нам новую форму дали. А, да? Да. Да. Вот это белое. Да ладно, о, серьезно? Она прикольно вообще выглядит. Покажи, куда идти, скострить. Здрасте. Капитан Слейд передает привет. Чё? А это его монета, не волнуйтесь. Я тут всех спрашиваю о серой кости и его команде, как и хотел Илай. Говорят, они рассказывают прекрасный... Они разыскивают прекрасный хрустальный череп, зарытый на каком-то острове. Не знаю, зачем он им, но если хотите отыскать серую кость, ищите его команду. Надежный человек мне сказал, что они копают где-то в пушечной бухте. А меня я никто понял, не спасибо. Смеет обманывать. What about Jasper? Сейчас я приду. А, Джаспер, этот жалкий глупец. Да, именно он сдал всех серой кости. Мы здесь такое не одобряем, поэтому его ласково попросили покинуть форпост. Я бы на вашем месте не тратила времени на его поиски. Он напортачил и теперь залег на дно. Я считаю, единственный способ прекратить все эти безобразия — окончательно уничтожить серую кость. Тайлер из сувенирной лавки может побольше вам рассказать, если вы разберете его болтовню, конечно. Это Тайлер. Так, Тайлер. Я хочу забрать то, о чем вы договорились. Деньги вы уже получили. А, да, вы неплохо мне заплатили. Я даже письменный отчет составил обо всем, что узнал. Честь по чести. Вот только моя тетрадка куда-то запропастилась, но вы не волнуйтесь, у меня все хранится в голове. Вас ведь интересует командор Старая Трость. Так вот, его головорезы разыскивают какую-то старую кружку. Им пить не из чего, что ли? В общем, они до сих пор околачиваются вблизи потонувшей бухты. Mm-hmm. Да, точно там. Не будь я Тейлером. То есть Тайлером. Пушечная бухта. На пушечную бухту нужно, Миш. И там тебе будет этот босс? Я так понял, нам нужно и туда, и сюда. Якорь! Якорь, 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 якорь! Якорь! Бля... Видишь, мужчины танцуют. Не вижу, блядь, ты женщина. Точно. Блядь, идите чините. Хамелеон, во, хамелеон. О, смайли какой-то тут. Ребят, вы идете вообще сюда? Да, сейчас. Сколько можно рыться в этом песке? Зачем повелителю нужны старые кости? Сначала найти череп. Мы оставили его рядом с восьминогим камнем. Мэгги в курсе. Мэгги череп нет, у восьминогого камня. Лох. Пиздим, пацана. Полицейна. Мы на заниженном корабле сюда пришли, да, вообще-то. Воу, воу, кто-то с пушкой тут. Убейте с пушкой. Пинай, пинай его, по яйцам, где забрали. Да? Мы одолели драк, капитана. А, погоди, тут написано, жесткий. Я буду спать в квадрате Q в цитадели к востоку отсюда. А, ребят... Просто... Чего? Просто рандом, нахуй! Миш, не бил? Да, что случилось, Миш? Я нашел череп. Миша на рандоме копнул, нашел череп. Теперь мы с этим черепом плывем на ту штуку. Погнали. Ну и стреляй. Кто-то говорит, да? Говорю тебе, Калиус, это не просто чашка.
Если б ты знал, кому она принадлежала, а я не вижу титры. Никто бы не стал ее трогать. А, блин, меня этот укусил. Вон они. Шланг. Каптайн Шхаф. Каптайн Шхаф. Шхаф, да. Шоу. Это капитан Шоу, тот самый, про которого написано было. Блин, Миша, если так и есть, Ноби. Говорят, он потому вместе с кораблем, со всеми этими проклятыми пушками, сгинул. Если мы принесем серой кости то, что он хочет, нам точно крышка. Привет. Ладно, ладно, мы найдем этот ваш кубок. Только сейчас, сперва грог допью. Погнали. Зачищаем куба. Жми, жми, жми его. Давай, бей ее, бей, бей, бей. У него оружие. Тихо, это она. Вон она, жми. Да, реально. О, бил. Бери. Как-то легко. Капитан Шоу Мили. Теперь здесь уже эти кубов, пацаны. Да. Троица появилась одна. А да, может, серьезно? Тут, угу. Не, ладно, не тут. Я нашел, пацаны. Что сбежало от меня? Реально? Я нашел. Чисто рандомом нахрен все ищется. Что за фигня с этой игрой? Я забрал, все, до свидания. Чисто рандомом, блин. Окей. Так, и теперь нам в квадрат Q3, а там как раз затонувшая эта арка. Берег. Ой, чё, тут этот прям на берегу. Взрывной? Пацан? Пушка стоит, блин, со скелетом. Значит, жопа нашему кораблю рано или поздно. Да. Ага. Ну ладно, либо пойдем. Надо быстро свалить отсюда. Вниз идти? Да, давай, давай. Так, и чё, куда? Тут скелеты гоняют. Сюда. Насколько сильно вниз? А, в натуре. Да, две площадки как раз. О, алтарь какой. Чтобы призвать давай серую кость, нужны реликвии. Кладите. Давай, Данюс. Оп. Давай, челик. Ну, погнали. Ну, что, готовы? Сейчас, наверное, о, собирайте, собирайте бананы, кокосы. Кто посмел меня потревожить? Ты где, дебил? Что это за форма? Вы из экипажа Слейта? Я думал, что разделался со всеми. Мое проклятие невозможно разрушить. Ага. А где это, дебил? Собирайте пока бананы и кокосы. Припасы. А это значит, вы просто притворщик. Не знаю, зачем надевать мундир утренней звезды. Может, хотите разделить судьбу ее экипажа? Жалкие трусы, никто из них не достоин ступить на золотые берега. Одна так испугалась при виде меня, что сгинула за борт. Ха! Это дебил где-то тут. Он под землей сидит, под песком. Да. Я бы мог уничтожить вас одним ударом, но куда спешить? Не надо, не трать патроны. А вот тут есть. Короче, Брикси номер 2. Сейчас минут, наверное, на 40 еще его убивать. Ну куда спешить? Ладно, погнали. Оу, окей. Спину, спину. Я оставлю вас здесь навсегда. Я промазал? Главное, чтобы он подсосов не вызывал. Что? Что, что это? Делать? Он вызывает что? Подсосов. Всем-всем посеваем. С Новым годом, поздравляю. Черт, у меня закончились патроны, я не знаю, где их подобрать. Корабль давай, далеко, да, давай, корабль подгонят. Уберите вижу. Все паруса, кроме о, одного. О, вижу его, вижу. Он все идет. Все паруса, кроме одного, уберите. Миша, якорь подними пока. Я просто. А хорошо, предложу. Слышь, хорошо идешь. Он идет. Да. Все, огонь. Он пришел? Нифига, да, он прям. Огонь. Блин, выше получилось. Стреляй в него. Попадаем, давай. Всю мощь на него его. Нахрен. Помогаю. Ну, прыгнул уже, могу затопить. Заряд закончился. Страшно. Кто тоже? Ни хера не страшно. Я на корабле. Не, ну это читер. А чё, а как его еще? Чёрт, у меня закончились ядра. На тебе, плюй сюда. Да, реально, блевать начали. Смотри. Блин, и что делать? Так, надо, блин, пользоваться шансом, ё-моё. Мы тут сидим. Следующее заряжай, Антон. Следующее заряжай. Сейчас. Блять, долго, Антон. Миш, я трою якорь. Я помогу снайперке. Не хана. Снайпер нужен. Я тоже у него несколько раз лег уже. Где я? Сколько? Я... О! Вы одолели? Да, чё, пока я был мёртв?
Да ладно. Я сейчас последний выстрел ему сделал. Рубин! Последний рубин! Это убий! Да. Идем на форпост. Охренеть. Стальной зуб. Просто последний выстрел со снопы был мой. Офигеть. Прикол. Еще мы и шуметь не можем, потому что типа поздно уже. Я могу. Ночь ночи. Миша, потому что ты ни с кем не живешь. Пошумим, блядь. Да, четвертый камень, господа. Все идет к своему логическому завершению. И совсем скоро, с помощью рассекателя, Сандра. Туман. Давай. Это правда? Вы действительно разделались с серой костью? Я теперь свободна? Ну да. Как же я рада, вы не представляете. Если честно, вернуться на утреннюю звезду меня заставило чувство вины, а не жадность. Раньше меня звали Джилл. Это я тогда выпрыгнула за борт при виде серой кости. Я сменила имя, стала другим человеком, только чтобы спрятаться от него. Я говорю всем, что строю корабль для охоты на Кракена, но на самом деле я собиралась бежать на этом корабле, если серая кость придет за мной. А где корабль ее? Я давно размышляю, если бы я тогда не сбежала, смогли бы ли мы победить? Меня терзает вина. Что ж, я это заслужила. Но все же теперь я буду спать спокойнее, зная, что они свободны. Думаю, вам эта форма больше подходит, чем мне. Я рада, что кто-то продолжил наше дело и решился достичь золотых берегов. Я вычищу этот фрагмент и передам его кому следует. Но прежде чем рисковать жизнью, отправляясь за завесу, навестите кое-кого. Поговорите с единственной пираткой, которая воспользовалась рассекателем завесы и осталась жива. Она сейчас живет на скале Морроу. Удачи вам. Скала Морроу. Нет, ребята, это все-таки не все еще. А чего вы разделись? 3000 опять, да хватит. У нас форму забрали? У нас отжали форму? Данил, ты голый. Походу, ты да. Ты тоже. Ну, вообще, блин, а Данил ебабильный, посмотри-ка. Ну да, нормально такой. Данил. Мы давно плавали на корабле, Данил. Данил, стой. Круто! Корпус! Корпус! Почти пав. Утренней звезды, ни хрена себе. И все, только корпус дали? Да, ой, только корпус. Что-то он вообще угашенный. Ребят, на этом все. Хотите скорее продолжения? С вас, конечно же, очень много лайков. А с вами подписывайтесь. Хакер. Подписки, лайки, всем пока. По 2 рубля с каждого, пацаны. Пока, а лучше по 500. Все такие приглушенно так рассказывают. Здравствуйте, ребята. С вами Михакер. Нахер, Миша. Все, всем пока. Пока-пока. Важный Михакер напился винца. Истырить решил он сундук мертвеца, и жажда наживы сияет в глазах, и вот он несется на всех парусах. За кормою резвится волна, над гладью морскою большая луна, и только отважный не хакер не спит.